Повышение эффективности и результативности деятельности подведомственных Министерства образования и науки России организаций, в частности финансово-хозяйственной деятельности и контрактных служб в сфере закупок, было рассмотрено 12 октября в КФУ. Проведение конференции направлено на обмен опытом между представителями органов федеральной и исполнительной власти, экспертами профессионального сообщества и представителями организаций по вопросам использования имущественного комплекса, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Данное мероприятие привлекло к себе большое внимание сразу нескольких городов России. 14 и 15 сентября конференция стартовала в Санкт-Петербурге. Теперь она продолжила свою работу в Казани, на площадке одного из старейших вузов нашей страны. Хочу отметить, что Казанский университет был кузницей кадров экономистов и финансистов, начиная с момента создания 1804 года. В современных условиях решения задач финансовой устойчивости вузов невозможно без качественного менеджмента, оптимизации избыточных расходов, освобождения наращивания дополнительных ресурсов. Поэтому необходимо уделять особое внимание стратегическим вопросам управления финансовой деятельностью. Проводимое мероприятие вызвало большой интерес благодаря уникальной возможности информационного обмена между представителями органов федеральной исполнительной власти и профессионального сообщества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Отдельно участники конференции отметили открытую позицию Казанского федерального в вопросах контрольной деятельности и заданному вектору дальнейшего развития. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.